В выставочном зале дома Дангулова начала свою работу экспозиция «Старинный Армавир». Это совместный проект Армавирского краеведческого музея и библиотечной системы города. Мы хотим рассказать на нашей выставке, вернуться к истокам образования нашего города и перенести вас, как на машине времени, лет на 100 назад и посмотреть, каким же город был наш вот в то время. В зале посетители смогут увидеть более 80 предметов быта жителей дореволюционного Армавира. Это сервизы, молитвословы, швейная машинка, самовары, коробки для хранения сладостей и чая. Здесь можно заглянуть в старинный сундук с одеждой и ценными вещами. Я вам буду немножечко рассказывать историю Армавира, но концепция еще одна есть в этой выставке. Это немножечко рассказать вам о повседневной жизни армавирцев. То есть не только как вообще, в принципе, город появился, но и то, как армавирцы так проживали некоторые какие-нибудь события, социальные, можно сказать, в какой-то степени политические и прочее. Следует отметить, что некоторые экспонаты из фондов Армавирского краеведческого музея представлены впервые. Например, сервиз фабрики Кузнецовых. Марина Локтева, Федор Факиров, служба информации телерадиокомпании «Вита Армавир».